большинство людей считает, не надо изобретать велосипед. Но, к счастью, существует и меньшинство, которое все-таки изобретает и велосипед, и велосипедиста. И вот до чего они докатились. Все лучшее детям. Куда мы катимся? Надоел ты мне. Здравствуй, мать. Привет. Как живешь? Хорошо. У тебя поесть ничего нету? Нет, вот сами есть хотим. Жалко. Вон к мальчику подойди, он хороший. Копейки тебе даст, сынок. Вон. Какой же я сынок? Я робот. Чьи эти фирмы? Я японец. Привет. Привет. Скажи ей, чтоб не лаяла. Не лай. Спасибо. На два слова, мамочка. На два слова. Мне чисто. Не как собака лает. Я чисто хотел лично. Тет-а-тет. Собака лает. Тет-а-тет. Собака лает. Тет-а-тет. Собака лает. Мне ее привязать надо. Давай, привязывай ее скорее. Сейчас, подожди. Давай. Слушай, прочитай ему, я без очков плохо вижу. Это попугай-робот. Последнее достижение японской науки и техники. Если он окажется один без присмотра, просим обеспечить его безопасность и немедленно выключить его систему управления троекратное, повторить кодовую фразу. Ниппон банзай. Ребята, только не говорите ниппон банзай, умоляю, иначе я отрублюсь. Ниппон банзай, ниппон банзай, ниппон банзай. Убийца! Будь проклят, ниппон банзай! Ну что делать-то? Убийца! Эх, красавица моя, я тебя достану. Привет, девчонки! Привет! Здорово! Господи, я буду шоколад! Не бойся. Вот он я. Я еду. Мамочка, ну где ты? Не бойся, я добрый. Я робот. Мне плохо. Батарейки садятся, я умираю. Последняя песня. Прощайте. На все шабаш, пора по коням. Спускайте на воду диваны. Ну тихо, ну не надо трогать его. Не трогай, ну не трогай. Не трогай. Зачем ты трогаешь-то? Я хотел погладить. Молодец. Ты уж понежнее как-то со мной бы. О, я тебя поцеловать? Поцелуй. Я тебя поцеловала. Отлично. Господи, хочу. Не надо. Тебе где, снизу или сверху? Не надо, не надо, не надо. Голова кружится. Ай, не надо! Это как дала бы, шапинули бы. Там у меня уязвимое место. А здесь? О, еще чуть-чуть. Оу, вау, вау, вау. Ну, я денежки не дам. Знаешь, за поглажение я, наоборот, все денежку возьму. Не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Не надо, боже упаси. Это не... Это моя мелочь. Ребята, что ж вы делаете? Да я не беру. Ты бы подбросила мне чего. Я работала всю жизнь. Жизнь богата, жизнь будет. И не зарабатывала таким образом. Гарик, Гарик, не трогай, не надо. Ты пошел на... Они надо мной
издевались, и я уехал. Хороший, хороший, да. Хороший. Да. Кончаются батарейки, я умираю. Моя прощальная. Уезжаю. Прощайте. А как хочется вернуться, а как хочется ворваться.